привет! С вами Виктория. Сегодня будем готовить постный шоколадный пирог. То есть пирог у нас будет без яиц и сливочного масла. Постная выпечка, приготовленная по такому рецепту, получается всегда очень вкусная. Я буду использовать растительное молоко. У меня молоко овсяное. Его нужно достать заранее из холодильника, либо поставить секунд на 30 в микроволновую печь. И воду. Вода понадобится тоже теплая. Можно же использовать что-то одно, например, только воду или только молоко. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Духовку ставим сразу разогреваться, потому что тесто замешивается очень быстро. Подготавливаем сразу формочку. Я буду использовать разъемное кольцо, я его установила на диаметр 18 сантиметров. Подойдет любая формочка диаметром 18-20 сантиметров максимум. Формочку я укреплю фольгой. Фольгу я сложила вдвое. Таким образом я формирую дно формочки. В миске смешиваю 150 мл овсяного молока и 110 мл теплой воды. Добавляю 150 грамм сахара. Если вы любите послаще, то добавляйте 180 грамм. Добавляю щепотку соли и экстракт ванили. Я добавлю 2 чайные ложечки. Вместо экстракта ванили можно добавить сок лимона, цедру лимона. Все по вкусу. Все немного перемешиваем. Нам нужно, чтобы сахар хорошо растворился. Затем добавляем 60 мл растительного масла без запаха. Как вариант, также можно добавить, например, ореховое масло. Еще раз перемешаем. И теперь сюда же частями будем просеивать муку. Я сначала добавлю примерно 200 грамм и посмотрю на консистенцию. Просеиваю 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Пол чайной ложечки соды и 40 грамм какао. Какао обязательно берите темный, не сладкий, хорошего качества. И все тщательно перемешиваем. Никаких миксеров нам не понадобилось, как вы заметили. Все можно перемешать обычной вилкой, венчиком, что у вас есть под рукой. Перемешиваем так, чтобы не осталось никаких комочков. Текстура теста должна быть гладкой. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. На моем канале много рецептов выпечки, десертов. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Консистенция у теста должна получиться как густая сметана. Не слишком густой и не слишком жидкой. И переливаем тесто в форму. С помощью деревянной шпажки вот таким образом делаем разводы, чтобы бисквит у нас запекался равномерно и не было шапочки. И также для того, чтобы пирог запекался более равномерно, можно его прикрыть сверху фольгой. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем до сухой зубочистки. Оставляем остыть пирог немного в формочке, минут 15-20, затем достаем его и оставляем до полного остывания. Посмотрите, какой он у нас получился, еще раз все показываю. И высокий, и пышный, и все это без яиц. Это какая-то прелесть, обязательно сохраните этот рецепт и попробуйте. Для украшения я растопила буквально здесь у меня грамм 30 темного шоколада. И нарезала 2 ягоды клубники. Можно украсить любыми фруктами или ягодами. Можно просто присыпать сахарной пудрой. И посмотрите, какой в итоге красивый у нас получился наш пирог. Такой даже, можно сказать, как небольшой тортик. Получается очень вкусно. Обязательно попробуйте, порадуйте своих близких и родных.
Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, заходите на мой канал почаще. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.